6 июля в Императорском зале Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Высшей школы информационных технологий КФУ. Участие в мероприятии принял заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, а также проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Этот институт появился как один из проектов развития мероприятий по поддержке IT-отрасли, по развитию человеческого капитала. И в первую очередь, конечно, хотелось бы пожелать найти интересную, захватывающую работу, но еще больше хотелось бы пожелать создать собственные предприятия, создать собственные компании, стартапы, которые бы успешно развивались на благо нашей республики. В этом году выпускниками Высшей школы информационных технологий КФУ стали 155 человек бакалавров и магистров, 18 из которых закончили альма-матер с красным дипломом. То, чем является IT, то, что он стал одним из лучших факультетов страны в области информационных технологий, это ваша заслуга, потому что факультет – это именно вы, наши студенты, наши выпускники. В этот же день в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялось вручение дипломов. Выпускниками Высшей школы стали 163 человека. Из них 35 студентов окончили обучение с красным дипломом. Много лет назад у одного министра внутренних дел тогдашнего в телевизионном павильоне в прямом эфире интервью, когда брал, он в какой-то момент вдруг сказал: «Теперь я понял, как надо проводить пытки». В телевизионных павильонах тяжело. Чувствуете, что будущее, какое будущее ожидает ваших детей? Да, это не только адский труд интеллектуальный, да, аналитический, это еще и вот чисто физически непросто. Время, проведенное в университете, нынешние выпускники будут вспоминать с любовью и особенной гордостью. В ходе церемонии прозвучали слова благодарности в адрес профессорско-преподавательского состава. Завершились церемонии общей фотографией. Диана Шилова, Рустем Садриев, Универньюз.